Смертельным вирусом Эбола заразился еще один американский врач, работавший в Либерии. 50-летний Рико Секра будет проходить курс лечения экспериментальными препаратами у себя на родине. Специально оборудованный самолет уже вылетел из Монровии и сегодня доставит мужчину в США. В Либерии Секра работал по направлению от христианской благотворительной организации. Он принимал роды у местных женщин. Несмотря на то, что доктор выполнял все необходимые меры предосторожности, он все равно заболел. Напомню, ранее в Атланте курс лечения от болезни прошли американские врачи Кент Брентли и Нэнси Райтбелл. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. По последним данным ВОЗ, число жертв лихорадки Эбола превысило 1900 человек. Всего же заразились около 3500.